Всем привет, это новый видеоблог, и мы едем на тусовку, которую организовал Red Bull. Адреналин Rush, короче, меня пригласили туда порисовать. Мы сейчас приедем, быстренько сделаем стенд, на котором я буду рисовать. Там будет очень много моих знакомых, друзей, картингистов, которые автоспортом занимаются, ребята, то есть, ну и так далее, мотоциклистов. Ну, в общем, буду все снимать подряд, все, что можно. Так что готовьтесь к просмотру, садитесь поудобнее и погнали. Ну вот мы уже и приехали на картодром. Собрали нашу псевдо-стену, на которой мы будем рисовать граффити. А Малька там он красит в черный цвет. Вызвался мне помочь. Черный, да? Цвет настроения черный. Короче, настроение классное. Приехали наши ребята, которые ездят тоже на BMW. Там что-то мостоводы пытаются. Посмотрим. Чуть позже я сниму всех ребят, кто приехал. Я думаю, они покажут, как надо ездить. Короче, покрасили наш левичий квадрат черный. Посмотрим, что будет дальше. Такая вот крутая тема. Позже чуть сделаем граффитулечку, очень крутую. Короче, мы идем к нашим ребятам, к БМВшникам, да. Просто. Посмотрим на их незаезды. Тут уже движуха вовсю, ребята там клеятся, настраиваются морально, духом. Ты настроился? Да, расстроился я. Расстроился? Я расстроился, я смотрю на оппонентов, как расстраиваюсь. Забито вот 187 оппонентов, я прям расстроен из-за этого. Да, вот просто. Это вообще факт. Опасно? Dangerous. Но ты готов? Абсолютно. Готов. Вот так вот. BMW. А ты готов? Да. Ну все. Все готовы. Там опасный звук? Там, говорят, серьезно все. Да. Ну, в любом случае, я считаю, для первого для начала очень круто. Лучше, чем ничего, и достаточно. Сейчас самое главное провести в этом году все хорошо, чтобы в следующем году было заснимать. Надо пойти посмотреть. Да. Идет один бородатый дяденька, держи, которому я хочу кое-что подарить. Здрасте. Здрасте. Вот, вот он, вот он. За полгода. Спасибо. Ну ты, блин, мне понравилось это фото. Четко. Мне теперь некуда убрать. Пачку. Все, сфоткаем за пол. Сейчас. Вот такие вот у нас подарочки приветствуются. А, да? Yeah. Вот такое обстоятельство происходит. Короче, сейчас едет наш товарищ на BMW, Илюха, против Мерса. Вот он, красавчик! А что он там? Короче, небольшой угар. Почему-то Сергея, у которого 2,5 на ручке, поставили с Mercedes Макласса. Короче, заезжает сейчас наш друг Ковалев против 210-го Мерса на своей Е92. Что там? Ну давайте, что там? Что там? Сейчас поеду. Давай, Алеша, мы верим в тебя. Нет, на бейте.
Я парень. Вот она на этом на. Татуировочный. Татуировочный я парень, поняли? Новый, да? Что-то там злое. Что-то злое. А вот Эксия, как 2-9 кадетка. Пипец, короче, смешно. Аки? Да, не, ну это... Наш дружище Аки, короче, на своей 46-й трехлитровый против... Везя ничего прикалывает? Против внедорожника какого-то. Вау. Нормально рубит? Сольет? Конечно. Тем более у него этот, механка там, блин, у Аки. Ну ладно, посмотрим, что будет. Ну да. Поставить. Ну он даже на тапку не взял. Аки как этот, как будто бы со светофора тронул. Да? Просто так. Зачем? Он поехал за семечками просто, Аки. Он решил это, семечки кончились у пацанов, сейчас, говорит, сгоняю, возьму. А вот и хусни на своей бэшке матовой, черненькой. Посмотрим, после кого. Вот непонятно. Вот этот Мерс, бля, 5-литровый. Как? Да, да, против, по-моему, пятерки Мерса. Бля, Мерс догоняет, смотри. Но не догнал. Не догнал. Мерс догонял. Еху с ней, бой. Мы идем к той стене, которую я разрисовал. Ну, получилось так себе. Я, как всегда, результатом недоволен, на самом деле. Но что-то получилось. Вроде люди фотографируются, проявляют интерес к этому делу. Значит, все сделано не зря. Вот эта стенка. Получилась вот такая вот штука. Не скучно в городе сегодня. Да. 11 января. Ты сейчас лосем гонял? Что? Нарисовал ли Саня? Лосем гонял? Да. Вот он, наш победитель сегодня. Это наш друг Алексей Ковалев. Боевая машина Сепика. И боевая бэха Лехи Ковалева. Все, я понял. Бро! С победой! Спасибо! Смотрите, сколько народу! Это наш победитель, БМВшник! Всем спасибо! Большое! Адреналином поливаться! Друзья, впереди самый приятный момент! Ветер, шум моторов и фото на память! Ура! Ну, в общем, такой субботний день у нас. Так вот мы его привели. Много позитивных эмоций, побольше бы таких всяких мероприятий. Да. Вот. Многие ребята пожалели, что не приехали на своих машинах и не приняли участие. Вот. Я думаю, многих порадовала данная работа. Вот. В моем инстаграме вы ее увидите обязательно. Ну а мы закругляемся. Всем пока, следите за моими видосами, за новыми, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!